Друзья, всем привет! 18 апреля, второй день хорошей погоды у нас. Считаю, с этого дня начинается полноценное развитие семей. Пошла массовая обножка. Зацветает абрикос у нас первый. На подходе смородина. Где-нигде уже мать и мачеха цветет. Много маленьких синеньких цветочков. Беленьких, таких крохотных цветочков. Сейчас покажу, друзья, на примере одной семейки. Откроем. Начинаю расширять. Все, друзья, приятного просмотра. Начинаем. Сейчас посмотрим несколько семеек. Вот видите, пчела уже на крайней рамке. Вот так выглядит. Не знаю, видно вам, друзья. Сейчас мы эту семейку на одну рамочку расширим. Сейчас посмотрим состояние ее. Вот медовую сыту они забрали. Вот это, друзья, крайняя рамочка. Уже видно, свежая перга есть забитая. Это кормовая рамка. Вот смотрите, сколько перги уже нанесли. Это все свежая перга. Пошел абрикос зацветать. Рамочка полностью засеянная. Видно, личинка есть. Однодневочка. С этой стороны также. Ну, друзья, лупится расплод. Вот маточка. Такая упитанная. Хорошая маточка. Как видим, засевает рамку полностью. От верха до низу. Буду работать быстрее. Посмотрим еще вот эту рамочку. Эта рамка тоже полностью засеяна. Видите, сколько пчелы с пыльцой. С этой стороны тоже расплод. Наконец-то, друзья, у нас пошло развитие. Такой засел. В пустых ячейках он пергу трамбует. Так, друзья. Красиво. Поставили, друзья, такую рамочку после откачки меда. Хорошая сушечка, не обсушенная, просто после выпечки. Так вот, друзья, пчела активно посещает поилку, берет воду.
Удачная конструкция. Что с этой сеточкой придумано. Это придумал не я, видел я где-то это в интернете. Ганимановские решетки. Пчела вообще не тупится. Все получается хорошо. Только единственное, надо хорошо отрегулировать вот эти плотики. Бо изначально я когда положил, в общем, сетка над водой была выше положенного, и пчела пролазила туда. Мокла и попадала. Все же я плотики поукорачивал, поуменьшал. И сейчас четко пчела хорошо хоботком достает. Все хорошо. Свежего нектара я еще не видел в рамочках, но развитие пчелы уже пошло, и это радует. Все, друзья, всем пока.